Send us reinforcements, please. Снайпер, что ты лежишь? Отстреливай давай. Лежит просто, смотрит в сторону, Ой, что ты на респауне. Все на респауне просто лежат. Блин, что ты? Why just? Why did you do that? Accident. Окей. Ага. Он достал трусчатку, зажег ее и бросил прямо на подноги. Просто лежим, берем. Главное, чтобы да. Они не схватили по нас. Да, да, да. Ну, Саф, вот сколько я играю, сколько карт я играл. Все карты, которые я играл, мне здесь вообще никогда никто не было. Патроны. Видишь, как покатился? Да, 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 да. Через меня перекатился тебя. Слева. Ой. В усах. Вижу. Слушай, а я не видел. Теперь я покатился. Точно так же. Че, блять, у вас, сука, закидать гранату, мы по-любому закидаю. Давай, берем. Через балки, которая, блядь, ниже пятки, я могу проползти. А через веревку, которая... Которую можно сидя просто проползти. Блять! Ну как так? Нифига, блядь, не получается. Ртой накрыли, что ли? Да нет. Пацан ко мне на второй этаж поднимался. Вот. Зарыл автоматчик. Я по нему стрелял, у меня была выгодная позиция. Он даже не знал, что я там лежу. Блядь, он меня все равно убил, ёп. Нахуй, нахуй ты уже сейчас. Я либо на арта. Я лучше полежу здесь, по спауну пацанов. Я пушить. Я behind the church точку поставил. Ты сделал основную грязную работу. Можно просто полежать теперь. Да в кого ты там убиваешь? Троих. Килл ассист, нормально. Пулеметчик прям по улице бьет. Надеюсь, наши. А наши не по центру идут, наши идут чисто по бочку, вообще шикарно. Ну, да нет, там это... Это... Хуёвое, на самом деле. Сидит просто граната, и всё, втекает просто в топ. Начал снаружи осужден. О, ты взорвал. Блин! Мы, кажется, этим сраным японцам начинаем давать отпор. Ладно, додержаться на пора, карту. Последняя карта, ты чё хоть? Да надо собраться, да. Я выдохся. Не-н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 е, блядь. А где вы заждусь-то? Идите колоть. Опа. А? Что? Да вы издеваетесь, ну, Сав, ну... Зачем ты тут встал? Я застрял в это в текстурах. Зареспаунился что-то. Убей меня. Не могу, ничего не могу. А, погоди. А я писал, я тут я двигаюсь, ничего не могу сделать. Хорошо.
Так, ну что? Так, я направо. Ой, ой, мне такой, мне не умереть, пожалуйста, не надо умирать. Не хочу умирать. Дело это за маленькой за будки. Спрятаться. Я понял, где он, Андрюха, он с маленькой будки стрелял. Да мне похуй, мне главное не умереть, блядь. Блядь, можете, сука, замолчать на секунду? Так, это, блядь, я шучу, понятно. Я на... Коля, долбоёб, блядь! Я не знаю, что он издаёт даже звуки, когда, сука, ползает, блядь, на месте. Шуршу, это я шуршу, блядь. Я на Д, пацаны, вы где? Я пацаны, там... А, охуенно, вы где? Свой, а меня... Я вижу на пятом этаже, на пятом. Проверить оружие и патроны. Да что это? Блядь, я не могу. Я не могу, блядь, забраться, что за хуйня? Так это... Это был не наш. Что-то ещё замешкался долго время. Ах ты ж Кованевский, сучара, блядь. Я попал же. Далеко он, недалеко. На пятом этаже. Да ладно! Вы гоните, что ли? Там гранату просто кинул. Да-да-да, это я просто. Зачем? Ох, ничего себе. О, хорошая ого граната. Там арта, ребят, арта наша пошла. Пол этого. Я заранее скажу. Ну, а так, в принципе, всегда мы. Ну, плюс работа еще. Фиг знает как. Тогда суббота, самый оптимальный. Там выходной день. Ну, я могу и выходной день работать. Я говорю, просто пятница, суббота, но если что, меня может не быть. Там посмотрим. Я даже могу не смогу сообщить. Если ты сейчас что скажешь, ПБшники, когда они захотят? Тоже не, же? Не, не ПБшники, мы с французами. А, блин, что сюрприз. Сегодня у нас тренировочные с ПБшниками. Они по-любому считать начнут где-то часов в 11, да, заставятся? В 11 часов, 9, 10, так далее. А сколько, наверное, на час спуск, да, там где-то? Ну час, да. Бай, молодец! Видели, видели, что было? Я это вижу! Трое, трое возле него! Это шоу! Это маппет шоу! Там интересно, никто даже не видит его. Ага. Да посмотри, мимо все бегут. Да. На кровати лежит баба. Блин, да! Жаль вообще. Бабай красавец. Блин. Мишаня, взорвал красавец. Взорвал Бабая вместе с кроватью.